И шо? Он уработает или нет? Пока что я понятия не имею, но вроде должно. Вроде бы. Так. Проверим. Здорово, people. Я врублю на задний фон музычку, которую знают только алтфажные алтфаги. Ты вряд ли вообще кто-то узнает. Вряд ли ее даже услышит. Зато я ее слышу, я доволен. Я даже не знаю, разговариваю ли я с кем-нибудь, потому что... Ну, такое. По-моему, никто даже и не слышит сейчас. Потому что у меня, наверное, стрим не работает на данный момент. Но мы это узнаем. Мы в этом должны убедиться. Не, идет. Идет. Е-бой! Е-бой! Хе-хе! Здорово! Здорово, чатик! Привет! Чё как? Настроение как? Нормально? Привет, привет! Тебя слышно? Супер, супер! Ого, стрим! Да? Сегодня устал как собака, просто ужас как устал, поэтому не удивляюсь, если я сегодня буду более бомбежный, чем обычно, и менее толерантный ко всякой херате. Не удивляйтесь этому, если вдруг чё. Сейчас мы проведем вот этот конкурс, о котором я говорил, чуть попозже. Где-то, наверное, через минут, не знаю, 20, 30, 40. Где-то так. Мы сначала немножечко поиграем в игру, в The Joy of Creation, которая на заднем фоне. А потом мы проведем с тобою розыгрыш. Розыгрыш путей, точнее, билетиков на Игромир. Потому что я их обещал, я это сделаю. Так. Так. Сейчас я буду, как обычно, тормозить. Почему тормозить? Ты Потому самый что... крутой Ёпта. ютубер. Здорово, спасибо. Спасибо большое, дружище. Ты меня испугал немного. У меня не было видно, но я мальца испугался. Так, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Мне просто я сейчас жду. Я сейчас жду, чтобы мне прислали одну штуку, которая мне очень-очень сильно нужна. Но ее не присылают. Вероломно и обманчиво. Ладно, хрен с ним. Разберемся потом. Так, чё, Привет, как? Яй. Завтра Здорово. выходит три глава Бенди Да, я в Чернобыля. курсе. Как только выйдет, я сразу на нее буду играть. А пока поиграем в другое. Пока поиграем в The Joy of Creation. The Joy of Creation. Я так и не прошел ее. Я ее проходил, наверное, не знаю сколько. Наверное, недели 2-3 назад, но постоянно какие-то проблемы. То я куда-то уезжаю, то я куда-то приезжаю, то еще какой-то ужас происходит. Короче, постоянно у меня что-то не получается, и поэтому мы с тобой очень долго проходим. Сейчас, погоди. По делу надо пообщаться. Ну что, все, погнали. Хорош, наверное, сидеть, галдеть, страдать херней. Погнали. Сейчас я музыку вырублю. Пошла нафиг. Ну, поехали. Я надеюсь, что меня слышно нормально. Вроде бы в чатике «Привет, как дела?» Все, ну да. Там ничего особо такого не говорят. Как бы. КГБ. Щекос. Так, ладно, поехали. Все, погнали. Нет, не погнали. Нужно игру перезапустить. Топ-подготовка. Как всегда. Могу, умею, практикую. Все, теперь должен звук идти через наушники. А то в прошлый раз они у меня шли через колонки, и это неправильно, такого быть не должно. Вот. А вы это слышите, мне интересно? Сейчас я проверю, слышите ли вы это. Хз, вроде должны слышать. Напишите, ребят, в комментариях, вы слышите вот сейчас вот тык-тык-тык-тык-тык-тык. Удар часов. Напишите в комменте, как быстренько. Сегодня у нас не так много народу, так что я думаю, я смогу успеть читать чат. Да, чат летит не так быстро, как обычно, значит, я, скорее всего, смогу его успевать читать. Да, мы слышим, мы слышим, мы слышим, я слышу. Хорошо. Слышно очень слабо. Я понял. Привет, Винди. Давай Передай сделаю мне погромче. привет. Это Здорово. тебе на большой мешок. Здорово тебя. Сейчас я должен сначала проверить, кто ты. Извини, я не успел увидеть, кто ты именно. Я должен тебе сказать привет. Тик. Я не хочу просто, я не хочу, чтобы люди, которые кинули это, остались в обиде. Ни хера, там, по-моему, много. Реймон! Реймон! Привет тебе и это на большой мешок девушек. Спасибо тебе огромное, Реймон. Сразу спасибо тебе огромное, Энчех.
Сихна, напиши потом Игорю, за скринь этот донат, и ты поняла. И всем спасибо огромное, кто здесь. Если я не ошибаюсь, и да. Сихна 300 стоит. Все, 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 все готово. Да, так как народу сегодня не так много, я думаю, я читать чат смогу, но чуть попозже. Сегодня еще разыграем вот этот билеты. Билеты мы разыграем примерно через полчасика. Сначала я хочу парочку попыток в этом, мать его, офисе. Трескучем, вонючем офисе, с которым я страдал. Писсос просто сколько. Эй, мы с тобой уже об этом разговаривали. Это уже у нас было в прошлой серии. Ну шо, да не орите, чё, всё будет хорошо, Эд, чё такое, Эд, сейчас я пойду всем аниматроникам по голове настучу. Нормально. Я уже соскучился по всему этому. Так, хорошо, значит, правило, если ты вдруг не помнишь, нам нужно ходить по комнатам, проверять всякие комнаты, найти 10 фреддиков, именно 10, это важно, не 7, не 8, не 11, именно 10. Если я найду 10 фреддиков, тогда я красава, молодец, и я прошел игру. А если не найду, тогда все херово, можно, можно страдать. Потому что тогда я в прошлый раз и не прошел. Именно в прошлый раз я с этим очень много парился и ничего и не смог пройти. Прикинь, короче, в прошлый раз, если ты не был на прошлом стриме, я прошел игру как бы. Я дошел до самого конца, до 6 часов, мать его, вечера, ой, ночи, утра. И меня поймал аниматроник Фредди, потому что я не смог найти 10 фреддиков. Если не находишь 10 фреддиков, тогда игра тупо заканчивается. Это просто жопень какая-то нечестная, на самом деле, я считаю. О! Пришла ушастая караганда. Так, одну прогнали. Тогда пойдем посмотрим, раз я ее оттуда прогнал. Шикнул, теперь туда можно посмотреть. Фреддик номер раз. Считаем. Считаем вместе со мной. Фреддик номер раз пойман. Нужно еще целых 9 фреддиков. Окей, и главное не пропустить. Первый донат тебе, и я. Здорово тебе. Хотел тебе задонатить. Спасибо тебе огромное, тебе здравствуй. Еще со времен, когда на в 3 не вышло. Ага, со второго, ну да, погиб. Вообще, ты няшка, няшка. Спасибо тебе огромное. Удачи великому Венгайрусу. Удачи тебе, петую. Лови. Так, хорошо, погнали тогда снова спялиться в мониторы, чтобы эта сучка не прошла. Я тебя люблю. О, парень 27 лет. Хорош, там тебе, мать твою, выходи. Что? Парень 27 лет? Я прослушал что-то или мне только что признался в любви парень 27 лет? Окей, спасибо. Ух ты, ёпта. Фреддик тоже пришел тебе говорить спасибо. Ну что, 2 из 10. Там мне этот еще главный герой пытался рассказать какую-то небылицу, но мне, честно говоря, неинтересно. Он хотел опять кукарека, типа, ой, Чика пришла, ку-ку-ку-ку-ку, она меня сейчас убьет. А, вон она полезла, ёпта. Нашел первого, сейчас найду второго, где-то здесь. Вот тут, по-моему, да? Нет. А, да, он шумит. Слева, 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 слева. Сейчас сразу проверим Фокси, Фокси, оп, нету, отлично. Все надо четко, чисто, быстро, проверяй. Ха-ха, нашел тебя маленькая шмара. Где еще? Где? Он, наверное, спереди. Окей, я ставлю на то, что он спереди. Я совсем не уверен. Фокси там нет. Но поднимай свою жопу скорее! Погнал, 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 погнал! Ух ты, ёпта! Ты не понял? Спасибо тебе огромное. А тебе хорошего просмотра. Ебать, что ты стучишься-то, а? Я сейчас по голове пойду стучу. Вот, вот он что стучится. Он пытается ко мне пройти. А я не дам. Хе-хе. А я не дам. Так, 3 Фреддика, да, вы нашли? 3 Фреддика, еще 7. Главное мне не ошибиться ни в чем. 4 Фреддика, еще 6. Ох, мы прям несемся как можем. Несемся так быстро, что просто забей. Нет, его тут нету, отлично. Я просто по максимуму буду сосредоточен сегодня. Я хочу пройти, наконец, эту мать ее игру. Она меня просто морозит, я не могу. Я ее прохожу, вот этот уровень я прохожу, наверное, раз 15-й. Поэтому извините, дорогие донаты, если я вдруг на что-то отвечать ему. Да хера ты опять лезешь-то? Где она? Опять здесь? Ну найди себе новое место. Вот здесь, слева. Слева, слева, слева. Проверяй. Фокси нету. Чисто, чисто. Погнал, погнал, погнал. Лобысь, поймал. Так, еще одного. Он спереди. Он спереди, я его слыхал. Да что ты пришел-то туда? Ну быстро свалил! А ну быстро сдрысни оттуда! Молодчина! Теперь скорее! Ах ты фак, она еще вылупится! 5 Фреддиков уже! И поющий ребенок! Заткнись! Он мне хотел рассказывать про то, что у него там Бонни пришел. Крольчатина пришла, звездюля мне принесла.
Никого нет, отлично. Я не буду сам ходить, я не буду проверять лицом. И потому что если я проверяю лицом, то мое лицо может стрелять Фокси. Это прям нифига не радостно, нифига не счастливо. Да давай. Его еще колбасит что-то, знаешь, я когда поворачиваюсь, он поворачивается не быстро, он вот так вот еще немножечко делает. 6, по-моему, да? 6 Фреддиков. Мы почти уже всех поймали. Покемон, gonna get them all. Зрисни. Сыкло. Пошел, пошел, пошел. Оу. А я не знал, что ты вообще есть. Еще одна. Ее любимое место просто. И последняя. Че я какая, не какая? Я сейчас приду по голове настучу, я не какая, слышь? А видно, между прочим. Шоу. Молодчина. Так, я сразу тогда туда пойду посмотрю. Может быть там Фреддик. Здравствуй. 7! 7 Фреддиков! 7 Фреддиков, еще 3! 10 из 10 у меня будет тогда. Поднимай, поднимай, поднимай свою жопу. Он сейчас, скотина, так медленно двигается, да просто ужас какой-то. Я не знаю, что он такого сожрал, что его задницу, чтобы поднять. Нужно всего 3 реактивных ракет. Да что ты орешь? Там опять слон какой-то рожает у меня в коридоре. У меня не зоопарк, ну ей-богу, что сюда слонов приводите? Это, видимо, аниматроники. Ах ты. Первый. Где еще? Сразу пробегу. Как? Тебя там не было! Не было тебя там! Мудак. Ну его там серьезно не было, хрен он там родился. Ладно, пока можно проверять. Фокси пока быть не должно. Фокси пока быть не должно. Ну блин, я же прямо сейчас проверил. Вот прямо сейчас подошел. Вот на этот стул сел, вот в этот монитор посмотрел. Вот туда поглядел, никого там не было. Подошел туда, и он, скотина, успел уже прибежать за это время. Ну ты видал, мать его, марафонец. Бегают тут всякие, пугают меня, убивают меня. Ну ладно, ладно, моя вина. Окей, я могу понять, моя вина. Нефиг было идти туда, проверяя. Ну я ж не знал, что он бегает со скоростью матери света. Я ж не ожидал, что он будет таким бегуном. Ну не пидор ли? Что это такое? Не, ну серьезно, я же просто бомбить с этой игры. Но я пройду. Я пройду ее сегодня. Обязательно. Я вот тебе точно говорю. Так, после этого я, наверное, пойду проверю быстренько донаты, потому что я не знаю, я чувствую себя каким-то нехорошим, когда люди кидали что-то, а я это не проверяю. Да сядь ты сюда, ну что ты впендюрился? Так, ничего. Так, ничего. Так, ничего. И тогда сразу налево пойду. Сколько же раз мне надо пробел нажимать, чтобы он наконец поднялся? Хорошо, проверили. Все, я теперь не буду вот это вот делать. Вот знаешь, я не буду ходить без мониторов ничего проверять. Я буду взять, проверять сначала на монитор. Первый. А потом идти туда. Вот смотри, вот так вот действуй. Сел. Здорово. Пожалуйста, привет. Это тебе нужно. Привет тебе. Я проверю тебя. Я проверю тебя и передам тебе привет чуть-чуть. Немножечко попозже. Просто тут у меня немного пот идет, немного страданий, немного война с аниматрониками. Мне нужно их сейчас сначала протаблить, а потом все будет нормально. А потом я тебе отвечу, хорошо? А потом я тебе передам привет. Обязательно. Я надеюсь, не забуду. Если забуду, прости. Но я надеюсь, что я не забуду. Так, хорошо. Один пока Фреддик. Один пока Фреддик. Это мало! Это мало! Немедленно! Завозите новых Фреддиков! Нужно еще! Спасибо. Спасибо. Это, видимо, Фреддик смотрит мои стримы, такая, а, так, хорошо. Сейчас приду. Сейчас приду и дам тебе единичку Фреддика. Пошли дальше. Мне интересно, что... Здорово. Согласен абсолютно с тобой. Я не знаю, что за херню тот, что сказал. Но, наверное, что-то умное, мудрое, хорошее. Но я думаю, что это нужно наоборот было прочитать, и тогда я что-нибудь понял. Но вот наоборот, к сожалению, я читать на слух не умею. А вот что я умею, так это легко эту механическую жопу отсюда прогонять. А так вот, оп, и он ушел. Так, подвезите мне еще Фреддиков, пожалуйста. Мне всего лишь 2 из 10. Мне нужно еще. Мне нужно еще как минимум. Видал? Так, 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 так. Еще один здесь. Сычара прячется тут. Здесь. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, я сразу пойду. Нет, стоп, давай я проверю все. Просто на всякий. Я отсюда пойду. Да, самая правильная тактика. Короче, слушай меня. Слушай, учись, пока меня не съели здесь. Значит, подходишь сначала к одному монитору. Смотришь его. Слева кто-то ко мне приперся. Ну ты глянь. Ну ты глянь, какая жепень с челочкой. Тик.
Чувствую. Так, хорошо, 4 Фреддика взяли. 4 взяли, это уже нормально. И пойду направо. Тихо. Короче, когда я иду к двери, мне нужно прислушиваться, чтобы он не прибежал. Потому что он вот пока я иду, он может прибегать, и тогда он издает звук. Привет. Советую тебе поиграть в Where is Narayana. Я уверен, тебе понравится. Where is Narayana. Я посмотрю, я пока понятия не имею, о чем ты говоришь. Так, хорошо, один спереди. Фокси там нету. Давай! Лобысь. Еще один. Спасибо тебе огромное. Помнишь, кстати, ваха, которая собиралась к тебе учить английский? Удачи тебе с этой игрой. Спасибо тебе огромное. Знаешь, что-то такое помню. По-моему, на прошлом стриме, да, это было? Могу ошибаться, если ошибаюсь, извини, но, по-моему, это было на прошлом стриме. Так, погоди, это Фоксян? Не, это на обманочка. Так, хорошо, еще раз проверю вот это. Там, по-моему, ничего нету, пойду проверять тогда лицом. Опа! Ёпта. Что ж ты меня так пугаешь? Так, 5. Шикарственно. Прошу. Я не люблю маты. О, ну, сорян. Сейчас совсем не то. Да и, кстати, маты — это естественная часть русского языка, я считаю, которая выражает эмоции. Так что, прошу меня простить, девочка или мальчик. Прости, прошу меня простить. Так. Привет. Там какой-то ребенок хочет попеть. Первый раз на твоем стриме. Добро пожаловать. 6 Фреддиков, это в честь тебя. Один здесь. Первый пойман. Второй здесь. Второй пойман. Че, значит, 3? Бляха. Ты меня испугал. Меня испугал вентилятор. Так, нету ничего. Здесь что? Ага. Ну, по-моему, только что пришел. И я его сразу прогнал. И здесь ничего. Шикарно. Тихо. Ты топчик, я мечтаю стать как ты. Спасибо. Но мечтать стать как я? Ну, хотя это прикольно. Спасибо тебе огромное. Я не знаю, получится ли у тебя, потому что... Я офигенен. Даже что? Нет, на самом деле, спасибо тебе огромное. Я рад, что тебе нравится то, что я делаю. Настолько, что ты этим вдохновляешься. Ёбушки, воробушки, ты что там появился? Мне обычно звонить должен дядька сначала, начать рассказывать обо всем. Так, ладно, Фоксяна я там не вижу. А ты доба, шляй, здесь первый. Сделаешь после игры, смогу. А, напиши Игорю, если ты скинул... Достаточно? А, Игорь Шмидт в группе и скинь скрин. И тогда мы с тобой разберемся. Так, тихо! Я чувствую своим паучьим чутьем, что где-то здесь рядом есть Фокси. Видал? А потом ты говоришь, что я не вижу будущего. Спасибо тебе огромное. А я желаю тебе удачного просмотра. И вечера, и дня, и вообще жизни. Так, хорошо. Спереди, по-моему, его быть не должно сейчас. Я его только что оттуда прогнал. Ну давай сразу здесь проверить, здесь тоже нету. Поднимайся, пошли. Вот так. Так, это сколько? Это 7, да? Да, по-моему, это 7. Еще осталось 3. Главное не наглеть. Все, тебе главное не наглеть, и тогда все будет хорошо. Главное, чтобы эта скотина не появилась прямо возле моего лица. Ёпта. А-а-а, я понял. Я понял тебя. Первый. Ты видал? Там появился Фокси за Фреддиком. Серьезно? Спасибо тебе огромное. Ага, слева. Я тебе тоже желаю всего самого наилучшего. Пожелай мне, пожалуйста, того, чтобы... Да отстань, да ты липни от этого монитора. Так, первый пошел. Скорей. Второго здесь нет. А, там кекс. Привет Осипову Андрею. Привет Осипову Андрею. А также, плиз, да пройди меня вчера в старый Мадди. Меня вчера в старый Мадди сезон 2. Да блин! Я не знаю, мне хана. Меня еще Чика сожрет. Пшла нахрен! Ха-ха! Лошара! Так, я не знаю, с какой стороны воет это Фокси. Или кто там воет вообще. Я не знаю, наверное, спереди. Пойду проверять. Так, там его нету, окей. Тогда, наверное, слева. Вот кто пришел опять. Да с какой стороны ты приходишь-то? Вот он ты где. Пошли. Теперь вот здесь точно нету. И Фреддика нету. Еще 3. Еще. Пришел один. Еще 3 не надо найти. Пойдем проверять. Скорей. Сучка. Нашел. Здорово. Никого. Слева нету.
Слева. Ой, справа, справа, справа. Давай, 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 давай. На меня уже паника нападает. Я начинаю под из стороны. Оп, пойман. Где еще? Слева. Слева, слева, слева. Я понял вас. Что там по Фокси? По Фокси все чисто. Поднимайся. Пошел, пошел, пошел. Оп. Фредик! Да Фредик, где? Ух ты, ёпта. Ух ты, ёпта. Я не собрал достаточное количество Фредиков. Я не собрал достаточное количество Фредиков. Нужно еще 3. А у меня их нету. Совсем нету. А время сейчас заканчивается. Я никогда не был так не рад тому, что время заканчивается. Скорее. Первый. Еще 2 надо найти. Откуда? Ну тебя там не было. Я смотрю с 2012. Добавь в друзья. Ссылка удалена. СССР. Я рад тебе, дружище. Я рад тебе, дружище. Давай быстренько прочитаю донейшены. Просто, просто упырь драный, ненавижу его. Ну как он ко мне пришел? Его не было, я их прогонял сразу. Сразу просто прогонял. А он взял и появился, я вообще не пойму, из какой дыры такой он вылез. Окей. Окей, я не отчаиваюсь. Так, сейчас я прочитаю донейшены. Что донейшены, говорят, не отображаются. Я их все равно слышу. Почему вы не отображаете донейшены? Сейчас, секунду. У меня тут немножечко troubles. Troubles. Я не помню, Андрей, где они. Андрей Косяк. Донаты не высвечиваются. Андрей Косяк. Это мое имя. Здрасте. Ладно, ладно. Сейчас я замучу. Па-бам! На прямом эфире. Чиним донаты. Ну, хотя я сейчас прочту их быстренько, наверное. Так, Ася Треникова, привет, Винди, спасибо тебе огромное. Спасибо вам, ребята, огромное. Я сейчас сделаю так, чтобы все это было видно. Это, походу, эти ребята, которые мутили донейшены, они немножечко что-то обломались, и все, пошло не совсем по плану. Тик, 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 и... Видал, да? Вот так вот, оба. Вот так вот это все делается. Муха, ой. Вы этого не видели. Вы этого не видели. Так, browser source. Уменьшить, чтобы не... Ой, чтобы не мешало. Вот так вот. Та-дам! Вот эти ручки. Могу делать штучки. Так, хорошо, теперь я посмотрю, что быстренько по донейшам. Буквально недолго. Буквально совсем чуть-чуточку мы с тобой посмотрим. Ебать, вы что даете? 6 тысяч? Вы что, ребят, хорош? Алло. И мне нравится, что вы смотрите, а не то, что вы кидаете донейш... Нет, это, конечно, круто, но... Хорош! Вам нужны тоже деньги же. Так, ладно. Добавляю ли я в ВК в друзья? Ну, я добавляю в друзья людей, с которыми я играю. Ну, с которыми я общаюсь, с которыми я играю. Это Case Animatronics? Нет, пока что они еще, к сожалению, не вышли. Когда выйдут, тогда мы с тобой поиграем. При этом мой второй донат, Виталия. Здорово тебе, Виталия. Первые 5 минут назад был 50 рублей. Спасибо тебе огромное. Сколько будет длиться стрим? Стрим будет длиться примерно, наверное, час. Я не знаю точно, но, наверное, где-то час. Может, больше. Я понятия не имею, честно. Насколько меня хватит, столько и будем. 7, 7, 7. 7 осталось, 3. Ну вот я говорю. Этот педик свой ушастый, он меня полностью обломал. Неприятно. Винди скин на стену Сигна, плиз. Да, ты лучше. Спасибо тебе огромное, Антошка. Ответь на вопрос, ты боишься щекотки? Да. Сильно, сильно. Это мой самый большой страх после, после высоты. Не знаю, зачем тебе это знать, но да. Завтра выйдет новая глава Бенди. О, господи, походу стрим превратится в чтение донатов. Я не очень этого хочу. Я делать анимацию с тобой и Юджином буду. Надеюсь, ты его увидишь. Ну, если ты ее сделаешь, тогда кинь в личку группы или в предложку группы. Я думаю, что я его вижу, если она хорошая. Если она плохая, тогда, может быть, не увижу, но все равно тебе огромное спасибо. Так, я что-то чую, где-то я пропустил кого-то большого. Я очень не хочу пропускать особенно больших, потому что, ну, это совсем какое-то свинство, на самом деле. Так, нет, это просто много людей соединились и начали... Что-то... Что? Кто-то там про бороду мне что-то писал? А, не-не-не, это Боброда, окей. Вопрос зал. Почему все время трансляция в Винни начинается, когда я мою посуду? Ну, не знаю, я, видимо, заставляю всю нашу реальность складываться именно так, чтобы ты начинал мыть посуду именно когда начинают стримы. Да, я настолько волшебник. Hello, I'm your friend. О, господи. Ломаный английский. Оставлю тут 100 рубликов. Спасибо тебе огромное. Спасибо огромное, коробка. Коробыч. Коробыч. Можно так, наверное, какого-нибудь аниматроника даже назвать. Коробыч. Звучит круто. Коробыч.
Я бы не хотел так зваться на самом деле. Коробочек в доске, коробочек. Хотя звучит на самом деле довольно круто. Коробочек. Ты знаешь, чувствуется сила в этом мире. Коробочек, коробочек. Заранее спасибо. Спасибо. Удачный и тебе огромное. Это привет тебе, Злая Печенька, здорово. Привет тебе, Злая Печенька. Скинь Игорю в группе ссылкой с картинкой вот этого донейшена, и тогда все будет. Вот так вот, да. Так. Мама Ама будет у Винди стримоси. Уже есть. Уже есть стримоси. Так ладно. Все, народ. Я хочу еще. Я пройду эту хрень. Я должен. Замолчи, пожалуйста. Закрой свою варежку. Так, здесь привет, ничего. Агентик, мне нужно быстрее проверять комнаты. Говорю, что ты мой самый любимый, и тут спасибо тебе огромное. Еще стрим, ведь выходит новая глава. Да, не знаю, как насчет стрима завтра. Видео будут точно по этой игре. А, я еще, кстати, другое видео тоже подготовил. Ну, по другой игре, которая вроде бы тоже людям понравилась. Это тоже будет. Вот, а пока что наслаждаемся FNAF-цом, который я прохожу уже, сука, неделю. Потому что я настолько молодец. Там, кстати, справа флаг американский, я только-то заметил. Мне нужно, в общем, моя проблема в чем была? Я делал все слишком медленно. Я слишком медленно проверял. Слишком медленно бегал. Слишком долго пялился в монитор. Слишком много общался с тобой. Слишком дохрена парился о всякой канитере. Мне этого делать совсем не... Оп! Глаза твои хитрющие увидел? Шел оттуда. Сваливай. А то я сейчас выйду, тебе по жопе надаю с ноги. Ты, надеюсь, ушел? Ушел. Я думал, что, возможно, не доиграл скрипт, он сейчас бы меня убил в ответочку за мои выделоны. Понимай. Все, мне надо постоянно бегать по дверям. Бегать по дверям, как какая-то, не знаю, какая-то обезьянка дверная, постоянно проверять туда-сюда и прогонять всех фреддиков. Только тогда я смогу сойтись. И если еще звезды, конечно, тоже сойдутся, если будет луна в правильном расположении, только тогда я найду достаточно фреддиков. Пока что у меня один. Два! Два фреддика, шикардосненько. Хорошечно. Еще 8. Всего лишь 8. Разве это трудно? Вообще ни разу. Если только опять этот носатый ублюдок ко мне не залезет в окно и не будет меня убивать. Вот я как раз вот про этого. Он в прошлый раз, походу, на меня как раз через окно и напал. Я, наверное, его долго не проверял. И он, ему надоело меня ждать. Он пошел, наверное, начистил мне лицо. Где-то там, где-то его там. Здорово. Да, я это уже читал. Ничего. Так, максимум концентрации. Я слышу уже, слышу этого маленького упыренка. Здорово. Шел отсюда. Что произошло сейчас, я не понял. Винди, ответ на вопрос, ты боишься, Я ответил уже на этот вопрос. Где он? Спереди. Спереди. И справа там еще кто-то. Спереди ничего нету. Скорей. Фоксиан меня еще убьет. Фоксиан меня опять честно флаг порвет. Давай. Оп. Сэби. Давай. И сразу правый проверю. Справа ничего нету. Погнали. Фреддик, пожалуйста, будь тут. Ну, говно, вопрос же был. Тебе просто надо было прийти сюда. Да, это эти донаты я читал, видишь, я вижу будущее. Я уже отвечал на донаты, которые только сейчас приходят. Тихо. Вот там должен быть Фреддик. Ахалай, Фреддик, приходи! Ну что это вообще за балет такой? Взял и свалил. Так, поднимай. Это ненормально. Меня это жмут. Бля, что ты опять пришел-то? Так, слева. Раз. Где еще? Слева. Почему слева, я постоянно говорю? Справа. Справа никого. Ох, чую я, сейчас на меня Фоксиан нападет. Фоксиан. Возген Фоксиан. Слева. Вот теперь я правильно сказал. Да не стукайся ты в дверь! Дверь сломаешь, что ты вообще творишь? Двери, между прочим, не мои. Мне за них платить. Что ты, где фреддики все? Вы вообще где потерялись там? Да, я отвечал тоже на этот вопрос. Так, поднимай. Пятую точку свою, так медленно двигающуюся. Да, Фреддик, ну где ты козыряешь? Я не понимаю, куда ты пропал, дружище? Ты ж мне важен. Куда ты ушел? Приходи. Алло. Здорово. Так, 3. 2 часа, 3 Фреддика. На самом деле, хреновый такой результат. Мне нужно гораздо больше их находить. Но они, блин, скотины такие, звуки никакие не издают. Молчат, блин, в тряпочку, и никак не поймешь, куда они пришли.
Я ж монитор плюнул ради этого. Так. Тихо, тихо, тихо. Я делать анимацию с тобой и Джином. Надеюсь, ты ее увидишь. Да ты не задралась через стены ко мне лазить, нет? Сколько можно? Что ты там вообще нашла такого интересного? Спереди. Я ставлю на то, что спереди. Ага. Опять ребенок какой-то распевается. Иди пой в другое место. Что ты в мой-то дом ради этого приперся? И Фредик. 4 Фредика, по-моему, да? Справа опять рожающий слон. Сейчас мы его прогоним. А, нет, не прогоним. Слева рожающий слон. И тоже нету. Спереди рожающий слон, да? Где вы столько их развели? Ладно, я пойду вперед. Я пойду вперед снова проверять. А, вот кто такой рожающий слон. Это, оказывается, Баня. Угу. Баня приходит и начинает орать. Теперь он справа. Я понял. Мне эта инфа вообще ничего не дает. Вообще ни каплюшечки, ни травиночки. А вот это хорошо. Это, по-моему, 5, да? Если я ничего не путаю, тогда у меня уже 5 Фредиков. Я могу сделать свой маленький Фредиковый зоопарк из 5 Фредиков. Опять ты! Слушай, сгинь, а! Просто уйди куда-нибудь. Что ты ко мне постоянно приходишь? Говно! Слева она. И он тоже слева. Вот сговорились! Сговорились же такие подлюки! Сговорились, вместе пришли, он еще там Бонни стоит. Тоже выпяливается. Так, все, пойду направо. А, то ли слева, то ли справа появился Фоксян. Я тебя обожаю. Спасибо. Если сможешь поиграть с принцессой меньше, чем 3. Оу! Там появился кто-то. Я бы сказал Фредик. Та-да! Не понял? В смысле нет? Каким образом нет? Там же начало моргать. 4 часа. Сейчас опять начнется. Сейчас опять начнется жопа. У меня только 5 Фреддиков. Ну куда вы все пропали-то? Куда вы все пропали? Я же вас так ищу. Я по всем дверям хожу и ничего не пропускаю. Ну вот кексы я нахожу. Кексы я, допустим, нахожу без проблем. Это прям офигительно, конечно. Я очень сильно рад. Но где Фредди-то? Мне нужны Фреддики для того, чтобы победить. Вот, номер раз. Приятной игры. Хорошо. Оставлю тут 100 рубликов. Что это сейчас было? Главный герой залез под стол, и его напугала, по-моему, табуреткой. Он умер. Чё за дела? Что это было? Я не пропускал никаких Фокси. Я никого не пропускал, я их всех убивал. Он просто лег под землю и умер. Я не знаю, может, у него приступ сердечный или у него какие-то проблемы с головой, но он просто взял и умер. И наорал на себя сам. Я просто, у меня даже нет никаких вариантов, что произошло с этим сейчас человеком. Он просто сидел, все было хорошо, все Фокси были прогнаны, все Фреддики были пойманы, все, кто можно было наказать, все были наказаны. И он просто вот так лег и умер. Да, почему бы и нет? Не вижу никаких причин не сделать этого. Привет. Ведь игра настолько, мать, неправильная, что он просто сдался. Спасибо тебе. Да-да-да, вот это я тоже читал. Так, проверим. Понял, да? Понял, да? И там как раз Фоксян пришел. А если бы я пришел на секундочку позже, тогда было бы кранты. Но я не пришел на секундочку позже. Я пришел ровно в ту тютельку, в которую надо было прийти. Ровно в эту тютельку я засунулся и победил. Именно так все это делается. Так, давай спереди. Слушай, скотина, если ты сейчас спереди появишься, я тебе ногой сломаю. А, вот, ну ты молодец, ты можешь. Так, 2. 2 Фреддика. 2 Фреддика — это неплохое начало для начала. Я говорил с Фокси. Если бы он появился, я бы ему голову так с ноги хи-яй сломал. Фреддики, значит, могут появляться в любое время. Походу. Тебя тут нету. Справа или правая. Справа тоже нету. Поднимай. Слева. Слева ко мне кто-то постучался. Кто там ко мне стуканится? Ну-ка давай мне в глаза посмотри. В глаза ты мне посмотри. Ты! Чудо-юдо! Не боится. Ты собака. Здравствуй. Тройнуха. Что происходит с тобой?
Ты собака, есть собака, ты собака, есть собака. Мне нравится это. Так, где эти маленькие упреныши? Первый раз, пошел вон отсюда, псина. Второй, два, пошел вон отсюда. Откуда ты вообще там породился? Ага, и третий там. Я слишком много парюсь за Чикой. Я не знаю, в прошлый раз она ко мне просто приходила постоянно. Я не знаю, ей грустно было, пицца не елась, ничего. Жопа пыталась просунуться постоянно ее сквозь эту стену. Я понятия не имею, почему. Но она очень сильно ко мне хотела прийти. Видимо, и грустно, и одиноко. Четверочка! Четверочка, это уже отлично. Так, пока все идет хорошечно. Главное, чтобы опять этот пыдорг не появился. Оп, Блад. Сейчас. Сейчас подожди. Вот, Адрин ушел. Теперь я могу взять и пойти туда. Отсюда я пришел, а Фредди не нашел. Вот печаль-то какая. И я написал Игорю и скинул пруф. Он сказал, хорошо, что мне надо от тебя ждать сигну и добавишь в друзья. Хорошо. В друзья не добавлю. В друзья добавляю только тех, с кем общаюсь. Это принцип, потому что иначе мне придется добавлять очень многих людей, потому что иначе я считаю, что это нечестно. Типа, почему я одного добавил, а другого не могу? Вот. А сигну я тогда сделаю, если ты все кинул. Кстати говоря, 6, между прочим. Дамы и господа, я надеюсь, ты рад за меня, потому что шестерочка — это уже хороший знак. Ага, там тебя я нашел. Сейчас я Фокси проверю, чтобы нигде никого не появился. Отлично. Фокси не появился, не появился. Поднимайся. И опять приковылял ко мне слева. Да как? Что за херня? Я только что проверил. Только что. Ты видел? Ты видел? У меня есть пруфы. Я подам на тебя в суд. У меня есть пруфы. Что ты нарушаешь правила? Говно на палочке. Ну что это такое вообще? Я не понимаю. Если в игре созданы правила, изволь, пожалуйста, этим правилам следовать. А то мы можем говорить: о, если ты делаешь А, тогда будет Б. А потом, оп, ты делаешь А Б-то не приходит. Приходит-то она. Такого быть не должно. Я только что проверил специально, и звуков он не издавал. Либо это особый какой-то Фокси Ниндзяго, либо я просто ломал его лицо. Так, ладно, спокойно, Виндяй. Все нормально, Виндяй, все хорошо. Спасибо тебе огромное. Я, к сожалению, не думаю, что Фокси разделяет это мнение. Потому что... Вот ты красавчик. Потому что Фокси постоянно ломает мне всю... Вот опять. Вот опять эти хитрые глазюки пытались от меня спрятаться. Я не боюсь. Ты боишься. Ни разу не испугался. Кстати, за сегодня интерес, по-моему, ни разу не испугался. Я даже не испугался, не орал. Вот в следующем уровне я, наверное, буду орать. А в этом уровне я только орал из-за гнева. Из-за того, что я хочу вот так вот взять, сломать их механические шеи. Просто превратить каждого из них в тостер и продать его в БУ каким-нибудь людям, которые с этими тостерами будут играться и издеваться над ними. Они серьезно вызывают у меня ненависть. Все, спокойно. Я абсолютно спокоен. Вот если бы он сейчас не появился там, я бы сломал себе монитор. Я просто буквально сломал бы монитор. Если бы он там появился. Вот эта скотина стукнула. Он иногда так тихо стукает, он такой тук. Он как бы, вроде бы играет по правилам. Он типа сказано, что он стукнет, он стукнул. Но он так тук, совсем тихусенько. Слева есть, ай, ладно. Риск. За риск платят Фреддика. Так, двоих я поймал за 1 час. Плохой на самом деле результат, я тебе скажу. Пойдем направо. Согласен с тобой. Что в этого Фокси? Чика сожрала. Вообще охренел. Да иди ты, хотя ладно, ладно, ладно. Ты давно не приходила. Фух. Секунду. Максимум сосредоточенности. Клювастая херня, бесит меня. Я просто не знаю, меня он откровенно вымораживает. Справа. А во что ты там стукнулся? Там ничего железного нету. Первые 5 минут назад тебе же 50. Спасибо тебе огромное. Передай, спасибо. Привет, Виталий Маренко. Привет тебе, Виталий Маренко. Удачи. Здравствуй, тебе. Здорово. Удачи тебе, хорошего дня, вечера и стрима. И пожелай, пожалуйста, мне удачи. Потому что меня, кажется, не хватит одного на то, чтобы победить эту самую падлу нечестную. 4, 2 плюс 2. Да, корень из 16. Это и 4. Столько я нашел Фреддиков. Или. Ага. Или. По-моему, кубический корень из
Нет, это четвертый степени корень из 256, по-моему, тоже 4. Тут я не уверен, могу ошибаться. Так, хорошо. Нехорошо! Привет. Пожалуйста, извольте. Я, может быть, и помню тебя на прошлом стриме, но, к сожалению, я не вижу твой ник. Извини. 5. Но я потом проверю. Я потом проверю по донейшенам. Пожалуйста, ребят, сожмите за меня кулачки. Я прошу тебя, сожмите за меня кулачки. Где, Андрей, где, где? Справа. Скажи, пожалуйста, что нужно сделать для получения сигмы. На всякий случай ВК, ссылка удалена. Хорошо. Чтобы... Прочитай, короче, в описании. Извини, я сейчас не могу обо всем этом рассказывать. Прочитай в описании. У меня тут самая серьезная битва в моей жизни. По-моему, когда я писал экзамены, настолько все не было сложно. Так давай еще раз проверю. Видал? Видал, что эта сучара хотела сделать? Читаю тебя! Читаю, как открытую книгу! Даже Фредик пришел поглазеть на меня. Он такой, ничего себе! Надеюсь, ты не хочешь это творить? Или хотя бы твои внуки. Я понял. Я там про анимацию, но мне на секунду показалось, что он говорит, я надеюсь, ты пройдешь эту игру, ну или хотя бы твои внуки. Иди отсюда, женщина со звуком поноса, пожалуйста! Она серьезно, такой страшный звук издает, прям фу. Где еще? Я не знаю, спереди, наверное. Да, спереди. Сейчас я проверю все остальные. Там кто-то появился. Пойду проверю право. Ха-ха! Теперь проверю перед. Погнали, погнали, погнали. Ребенок, хватит петь! Я сейчас твою певучку сейчас сломаю. Заткнись, пожалуйста. Там кто-то опять родился. К счастью... А, нет, это опять рожающий кит. Да. Сколько Фреддиков? 6, по-моему, да? Я могу ошибаться. О, если 6, то нормально. Угу. Еще одна, это хитрая рожа. Ну ты посмотри на эту морду. Она просто показывает, насколько она противная. 7, по-моему, Фреддиков. Я буду считать, что я нашел уже 6. Я буду считать так. Я надеюсь, что я прав. Нету. Нету. Пойду проверю вот это. Мне страшно уже все проверять. Пойду проверю соседние. Опять ты. Кекс слева. Я его увидал. Алло. Хе-хе-хе. Ну ты погляди. Просто сказочно. Просто подарок судьбы. Тебя нету. Что насчет тебя? А вот ты есть. Добрый вечер. Шлите нахрен. А что ты? Добрый вечер, иди, пожалуйста, на хо. Вот так вот. Пойду смотреть. Господин Фреддик! Я только что проверял, его тут не должно быть. Он может быть спереди. Он может быть спереди. Он может быть в полной перде. Вон он стоит. Нет, не стоит. Хорошо? И не стой. Опять Фреддик куда-то провалился. Это уже не смешно! Это уже даже не забавно! Какого? Подожди. Какого хера? Ты появляешься уже третий раз подряд. Тебе не надоело, нет? Спереди кто-то прикатился. Ага, справа что-то поменялось. О, я думаю, спереди у нас Фреддик. Я думаю, что спереди у нас Фреддик, но мне нужно прогнать всех Фокси. А то он сейчас опять ко мне приберется. Так, погнали. Нихера. Да! Поймал! Так, проверяем правую. Давай, 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 давай. В темпе, в темпе, в темпе, в темпе. Не останавливайся. Опять! Нашел раз. Ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака. Ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака. А ты псина, Фокси, понял? Тебя тут нету. Тебя тут нету, опять он приперся. Шоу. Там, наверное, Фреддик. Там, наверное, Фреддик. Я говорю тебе, Фреддик. Бляха, я ошибся. Ладно, здесь тебя не должно быть. Не смотри на него долго, то он может обидеться. Ты собака, я собака, 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 ёпта! Закройся, пожалуйста. Ах, ты ж fucking fuck! Нету. Нету. Справа. Здесь.
Это тут? Я тебе 500 скин лады прислал, и я написал Игорю скин. Прости, пожалуйста, скин, я говорю, да, все будет нормально. Друзья в ВК. В друзья я не добавлю, я об этом, по-моему, отвечал, да? Я не помню. Фредик! Ты бро. Справа. Yes. Пожалуйста! Пожалуйста! Будь там, Фредик! Бля, он умирает. Справа. Дрисни, 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 дрисни. Здесь. Дрисни, дрисни, дрисни. Есть. Погнал, 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 погнал. Фредик! Фредик, пожалуйста, Фредик, ну будь другом, ну будь бро, пожалуйста, прошу тебя, да не понят, ты иди в дрейн, пожалуйста, Фредик. Ну, Фредик! Фредика нету! Фредика нету! Все, мы все умрем! Я там, по-моему, не вижу его, да? Я не знаю, я там еще не вижу вообще. Туда кто-то пришел. И вот здесь один. Все, это смерть. Это смерть. Это все. Это все, это все. Я, по-моему, не пойму. Да! 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 Yes! Сука, да! Я прошел, наконец-то! Это так просто ужасно для меня. Закончена новая FNAF игра, закончила выход. Это не я говорю, это говорит игра. Я счастлив. Я счастлив. Я просто... Все шикарно, все отлично, все лучше. Так, хорошо. Давайте теперь, ребята... мы быстро разыграем билеты, которые нужно пройти. Питуны всем. Давайте мы всем разыграем билеты, которые надо сделать. Значит, мы что с тобой замутим? Сейчас, я напомню. Мне дали билеты от Endgame, на которые вы должны были подписаться для того, чтобы был конкурс. Помнишь, да, вот это вот видео у меня было на канале недавно. Мы там должны были... Сейчас я донаты вырублю на секундочку, потому что нам нужно все разыгрывать. А хотя ладно, в принципе, фиг с ним. Вот. От Endgame пришли вот эти вот три билета, которые я решил между вами разыграть. Ну как я? Просто надо было, и я решил плюс не забирать эти билеты, а с вами разыграть. И в результате три человека сейчас рандомно выберутся. Из тех, которые репостали, делали все, что нужно по конкурсу, и мы с тобой после этого продолжим играть, так что далеко не уходи. Вот, для того, чтобы участвовать, нужно было репостнуть там три поста, и от Endgame, HP, за что им огромный респект, также за ноутбук, который у меня, вот сейчас я с него читаю, пока он у меня все еще вот, и также, да, на, и репостнуть видео по Лиге Легенд, вот, за это мне дали возможность вам вот это все разыграть. Сейчас у меня 77 человек есть, которые у нас находятся... над тем, чтобы, ну ты понял, чтобы разыграть все, да? Я не знаю, я тебе могу все это, в принципе, показать. Но, честно говоря, там немножечко инфа, которая, ну, типа, не должна быть. Ну, я не знаю, я могу вот это вот открыть как-нибудь в другом окне? Сейчас, секундочку, мы с тобой все это замутим. Просто мне очень не нравится, что... Вот так можно? Ха-ха, можно! Шикарственно, шикарственно. Сейчас я тогда покажу тебе экран, только давай не обалдевай от того, сколько у меня много вкладок. Так, и сразу открою рандом. 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 Рандом.орг. По-моему, он, да? Рандом.орг. Шикарно. Значит, смотри. Я тебе все это покажу, чтобы, во-первых, ты видел, что все честно, все хорошо. А не я взял рандомных чуваков, которые что-то делают. Значит, смотрим. Ага. Смотрим. Андрей, ой, скажи, пожалуйста, что нужно сделать для получения сигмы? На всякий случай. Внизу посчитай, в комментариях. Ссылка удалена. Тик-т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 ик. Тик-тик-тик. Хлоп. Хлоп. Видно, нет? Не видно. Давай тогда
удалю вот это. Теперь видно? Не видно. Давай тогда я удалю вот это. Оу, нет, я вот это удалять не буду. Давай я вот так вот сделаю захват экрана. Закрыть. Ну работай ты, ну захват экрана. Хорошо. Закрыли. Сейчас, мне нужно сделать так, чтобы у меня показывался экран. Он почему-то отказывается показываться, на самом деле. Что немного подло. Потому что должен показываться. А ну показывайся. А ну показывайся. А ну-ка. А ну-ка. Чё задевай, эй? А, я знаю. Нет, не знаю. Давай я ладно так вот сделаю. Я не понимаю. Он должен работать. Хорошо. О. Так, вот оно. Значит, глядите. Вот здесь у меня 80 человек, которые у меня есть. Вот это все. Там слева еще нумерация есть. Ну, давай, наверное, я покажу тебе тоже нумерацию, чтобы ты видел, что происходит. Ой-ой-ой. Так. 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 Во. Значит, вот она нумерация, 77 человек здесь находится, которые были из Москвы и при этом все вот это вот перекинули мне. Точнее, которые сделали все, что надо. Значит, далее. Заходим на random.org, я проверяю, чтобы все это было видно. Random.org, видим, но, наверное, надо его вот так вот сделать немножечко, чтобы все было точно классно. О, красно. Значит, что делает random.org? Он выдает рандомное число. Если ты не знаешь, вот типа я договорю от 1 до 78, он такой, оп, делает рандомное число 54. Но у нас не 78, а 77. И теперь мы выберем 3 рандомных числа. Я их должен себе куда-нибудь записать. Ну ладно, пусть будет так. Значит, первый человек, который побеждает, это 33. Мы посмотрим, кто такой 33. Ну точнее, я просто его себе запишу, а потом я с ним свяжусь. Я надеюсь, что этот человек 33. Я тебе скажу сейчас твой ID. Вот это твой ID, да? 9606. Это ты. Окей. Дальше. Их же 77, верно? Я ничего не путаю? Я ничего не путаю. Отлично. Значит, следующий. 68. Я чувствую себя, знаешь, каким-то лото разыгрывающим в лотерею. И последний. 54. Значит, смотри, еще договорились о чем? Во-первых, вот этим трем людям, которые из Москвы, которые делали все как надо, им дадутся билеты, если они ответят. Если они ответят, тогда им дадутся билет. На всякий случай я разыграю еще дополнительно парочку номеров, которые, если вдруг те не будут отвечать или куда-то пропадут, или будут морозиться, или что-то еще, вот, тогда мы будем обращаться к тем, кто дальше. О, господи, самое время поикать. Действительно, когда же еще? Странно, кстати, прикинь, число 33, 32, 26, 25, прям рядышком несколько выпало. Так вот. Если люди, которым выпали вот эти вот номера, если им ниже, по-моему, 18-16, короче, если они достаточно маленькие, тогда им дадут еще дополнительный билет, чтобы они с родителями могли пойти, ну или с друзьями, а также если он, ну, постарше, если, боже, сам пойти, тогда ему дадут один билет на то, чтобы он сам, собственно, пошел. Вот, еще раз, респект за то, что дали возможность вот этого всего разыграть. Пожалуйста, скажите им спасибо, это Endgame и HP. И да, обязательно посмотрите Лигу Легенд, которая была, это интересное реалити-шоу. За то, что дали мне вот эту возможность между вами разыграть. Я надеюсь, вам понравились эти три билетика. Я надеюсь, те, кто победили, те придут туда, посмотрят, поучаствуют в съемках, посмотрят там на ютуберов, которых хотят, вообще насладятся отличным времяпрепровождением и расскажут, что им дал билеты я. Нет, на самом деле, я вам благодарен, что вы были здесь и что вы здесь вообще. И я надеюсь, вы там хорошо оттянетесь. Я скину 6 человек и с ними свяжутся. С вами свяжутся. Так, теперь мы возвращаемся в игру. Нет, сначала я хочу пойти почитать донейшены. Так, нет, я хочу попить. Да, почему я не сделал тех, кто из других городов? Потому что это тупо бестолково. Типа, Игромир будет именно в Москве. Какой смысл разыгрывать билеты, чтобы их перепродали? Ну, я не думаю, что лучше давать билеты тому, кто его тупо перепродаст. Я думаю, лучше дать эти билеты людям, которые туда прямо поедут. Я так считаю. Мужицкое выпивание воды. Самый мужицкий из возможных. Фу.
спрашивают, гитара ли у меня сзади? Да, гитара. Акустическая, классическая. Нет, точнее, не просто классическая, не акустическая. Ебать, как я рад. Не, серьезно, я не могу держать внутри себя эмоции. Это просто настолько хорошо. Я не могу, я очень рад. Я надеюсь, ты чувствуешь мою радость, я надеюсь, ты тоже рад со мной. Я надеюсь, ты радуешься за меня, за то, что я прошел этот, мать его, драный уровень. И теперь у нас подвал. Что, скорее всего, будет в миллион раз хуже. Я надеюсь, я не сдохну в процессе этого прохождения. Я надеюсь, хотя бы мои внуки увидят эту игру. Музыка уже показывает, да? Уже показывает, что к тебе приближается полнейшая хана. Просто самая страшная хана, возможно, к тебе приближается, чувак. Отпусти всю надежду. Поехали. Поехали. Поехали, я сказал. Как поехали? А, play. Оу. Поехали. Да! Все, я готов. Я готов. Максимум сосредоточения. Ага. Many claim they've seen one or have heard stories of people being haunted by these white figures or oily shadows. Говорят, многие верят в привидения, многие говорят, что за ними они охотились. Мой отец был серьезен насчет этого. Говорит, что он создал свои хорроры по всему миру. И многие продавали игрушки на эту тему. Five Nights at Freddy's was everywhere. Five Nights at Freddy's were even rumors of it getting a movie. Даже это было началом фильма. Well, девушку не могу дать. It didn't last long anyway. Nobody remembers me anymore. Nor the characters, the games, or my father. Все закончилось. After that night, и игры, и отец, и все. И все ушло. Nothing lasts forever. Ничто не and that's длится why I don't believe in spirits. И вот почему я не Everyone верю в привидения. Все должны умереть. An end at some все point. Имеет конец. Нихера ты что-то как пессимистичный. Come sooner than you'd wish. И скоро закончится если все, и возможно раньше, чем ты бы хотел. Пельмени. Как добыть из камня масло? И как что? Что ты несешь? Общем, все, эй, Крис, ты там? Really да господи, успокойся, он там пытается говорить с пельменями, какой чувак в донатах. Извини, не могу тебе ответить, огромное тебе спасибо. У нас тут идет исследование подвалов. Мини-игра? Что это? Почему ты это делаешь с нами? Оставь нас в покое, ты монстр! Он, видимо, из деревни, он не знает, что это монитор. Кричать на монитор бесполезно. Что ты такое? Ты не они. Ты просто используешь их имена. Что ты? Блять. Мне пощечину отвесил кто-то, он сказал, мы твои создания. Извини. Ты, может, привет хотя бы сказал? Чё ты сразу меня зарезаешь по лицу? Так, В, С, Д, чтобы бегать, левый клик, чтобы взаимодействовать с предметами, F, чтобы выключать фонарик. Ептить, коптить, это будет плотно. Я уже знаю, я уже представляю. Меня вырубили. Мне, видимо, придется сейчас убегать от какого-то маньяка. Я думаю, что это какой-то маньяк захватил всех этих аниматроников, взломал их. Ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака, ты собака, я 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 собака. Прекратите. Так, хорошо. Меня посадили в клетку, в которой у нас есть унитаз. Ты собака, я собака. Ты собака, я собака. У нас есть унитаз, у нас есть кран. Очень плохой кран, на самом деле, нихера не работает. Я бы поставил этому месту, ну, наверное, 3 балла из 10, и только потому, что есть унитаз, как бы, да. Вау. Ты проснулся. Меньше, чем 3. Так серьезно, это кто-то... Ты существуешь для того, чтобы дать на... А, чтобы выпустить нас. Фредди, Фокси и так далее. Выпусти нас. Открой путь. Или сгори с остальными из них. Это старые аниматроники. Ёбушки-воробушки, синицы и скворцы. Это круто.
Я вот тебе говорил о том, что это просто очужительно. Я повторяю, это супер круто. Я бы хотел, чтобы чтобы Скотт посмотрел вот эту игру, заплатил денег чуваку, который ее создавал, и сказал ему: вот, ты сделал вот эту охеренную штуку. Сделай еще одну такую же, плиз. Тогда FNAF будет просто ожившим снова. В общем, я думаю, что это какой-то маньяк или что-то такое, который взломал аниматроников для того, чтобы заставить нас делать то, что он хочет. А он хочет, чтобы я выпустил всех аниматроников старой версии, а в подвале ходят аниматроники новой версии. И я должен от них убегать, и в результате... О, стулья! И в результате он добьет своих целей и, не знаю, захватит мир при помощи аниматроников. Хотя на самом деле аниматроников может разбить любая бита. Но... Окей. Как мне это открыть-то? 6. Хм. Я, видимо, должен найти способы для того, чтобы все вот это вот открыть, да? Загори вместе с ними. А я не хочу! Я не хочу ни с кем сгорать. Мне, короче, нужно тут, видимо, предметы какие-то найти, потому что было написано, что левый клик, чтобы взаимодействовать с предметами. Но что-то... Нет, наверное, здесь должна быть какая-то кнопка, которая откроет ту дверь. Хорошо, я вас выпущу! Нелогичная логика в логичности своей нелогичности, которая логична в своей логике, но не ей. Ты собака, я собака, это все, что я скажу. Хорошо, давай я вернусь сюда. Это, видимо, типа квест-комната, да? Что-то застрял. Это, видимо, квест-комната, и в квест-комнате должно быть что-то в унитазе. В унитазе всегда есть ключи. Нет? Слушай, автор игры, ты ломаешь каноны и хоррор-игр. Делать так не надо. Ведь иначе какие-то другие инди-авторы вдруг начнут придумывать реально нормальные сюжеты, а не просто пихать драные ключи в мать их унитазы. И получать это деньги на Гринлайте. Я во что-то... Во что я втерся? Ладно. Я потрачу, походу, много времени на то, чтобы понять, что от меня здесь хотят. 06. Я полагаю, что мне нужно найти, типа, 6 каких-то переключателей для того, чтобы дверь открылась. Но я не могу найти ни одного. Ну ладно, в любом случае, если что, у меня есть чат. Я пока что хочу без чата. Может быть, в этой стиралке находится что-нибудь? Чья-нибудь голова, какие-нибудь ключи? Может быть, вот здесь, в урне? Нет? А что вообще тут? Там что-то сжечь пытается? Ладно. Так, это я никак не могу. Хм. Ладно, чатик. Подскажи. Игра FNAF просто. Он пошел с дверями, факсами, френдиками, компами. Возьми ящик. Подойди к двери. Котиков сейчас я показывать не могу, потому что они не у меня, ну точнее не здесь, не в этой комнате. Совсем не в этой комнате, поэтому мне... Оу. Оу. Нет, 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 нет! Теперь меня кто-то внизу ждет, да? Не, подходи обратно. А? Что? Мне сказали, не возвращай, не подходи близко, возвращайся обратно. И была нарисована дверь. На меня теперь полтергейст будет нападать? Полтергейст? О ком ты вообще говорил? Тут нет никого. С дуба рухнул, что ли? Поехал головой? Только не... Здравствуй. Здорово. Привет. Как дела? Передай привет. Отлично, блин! Я меня закрыли вместе. Таким кокос. Что мне делать, если я хочу скушать пельмени? Как добыть из камня масло? И как сделать эту каску? В общем, все. Конец. Пока. Масло, каска, пельменя. Ты видишь это, да? Ты вот это вот видишь? Какой-то аниматроник просто стоит и пялится в мониторы. Так, подожди, мне нужно с донатами разобраться. Собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака, я собака, ты 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 собака, я собака. Призакройся, призакройся, призакройся. Молодец. А так вот. И теперь должно все работать, да? Я не знаю, проверим на дальнейших.
Мне сказали не подходить к вам. Но я типа хочу. У меня все равно испуг. Что это был за крик? Держусь подальше от уснувшего падшего. Он будет атаковать все, что рядом с ним. Господи! Я вижу какую-то непонятную хрень посередине комнаты. А почему бы к ней не подойти? Звучит как отличная идея. Правда? Правда, ребята? Нет. Если вы вдруг увидите какую-то хероту, которая стоит в середине комнаты, не надо к ней подходить. Скорее всего, она вас убьет. Так, ладно, мы снова увидим то, что мы с тобой уже видели. Ты проснулся. И глаза. Ты существуешь, чтобы выпустить нас. Нет, я мыслю, значит, я существую не ради того, чтобы вас выпустить. Какой-то у вас хреновый смысл жизни. Выпусти нас. Привет, ну вот это круто. То, что со мной разговаривают телевизоры, это офигенно. Или сгорись с остальными из них. Нет. Как насчет варианта номер 3? Я беру стул и устраиваю здесь анал-карнавал, убивая всех вас. А? Как вам такой план? Мне кажется, отличный. Откуда он вообще здесь появился, у меня вопрос. Его здесь не было. Откуда он появился? Я так понимаю, мне придется дальше всю ночь бегать с этими аниматрониками в этом маленьком комнате. В этом маленьком комнате. Да, я все правильно сказал. Все именно так. Это маленькая комната. Ой, это маленькая комната. Смешно. Охренеть просто, как смешно. Самая смешная шняга на свете. Так, хорошо, сейчас опять появится этот приход. И он скажет мне, не подходи. Не подходи. Возвращайся, это, видимо, возвращайся в туалет. Лады. Спасибо тебе, призрак, что подсказал. Здесь его нету. Я не боюсь. И чё? О, Вантус. Ты предлагаешь мне поработать с сантехником? Типа, глянь, сколько здесь намыто, давай-ка убери. Я оскорблен, между прочим. Пойду писать жалобу. Я пришел. Привет. Передай мне привет. Мы пришли из огня. Или он жил себя для тебя. Ты топчик? Наши тела требуют какой-то формы. Принеси его создание нам. Там какую-то антенну надо принести, кексик, чтобы зажечь наш огонь. Ок. Не страшно, ни разу. Я не боюсь, ни капли. Вантус, возьму Вантус. Буду им вооружаться как оружием. Буду драться со всеми. Всем лица буду вантузить. Так, я не буду... Ай, ладно, подойти придется. Хорошо. Мне нужно принести кекс. Опять, наверное, это... Няга будет стоять где-то здесь. Не, ну на самом деле, немножечко... Кто зажег костер? Это, конечно, тепло и классно, но кто это сделал? Ой. Мне нужно все скинуть туда, да? Все предметы мне нужно найти и скинуть туда. Ой, ёпта. Будь осторожен, когда ищешь. Открывай свои глаза открытыми для того, чтобы следить за врагами вокруг. Что? Что, Блэд? Я не понимаю. Ну, видимо, вот то... Ну не сначала же. Вот это минус. Вот это вот минус. Вот это первый минус этой игры, который я тебе хочу сказать. Это то, что вот эти постоянные перебегания. Видишь? Тебя заебло бы, даже когда я это просто повторяю. А тут надо все это перебегать. Привет. С самого начала. А, нет. Забираю свои слова обратно.
Привет тебе. Надеюсь, тебе нравится. Нет, забирай свои слова обратно. Все сделано правильно. Все сделано абсолютно хорошо. Значит, мне нужно все осматривать. Это я осматривать не могу. Понятно. Значит, аниматроники могут появляться. Хз, откуда? Ну вот он шумит. И что? Вот я подхожу сюда. Он прям храпит там, я не знаю, он спит, видимо, здесь. Ну давай подойдем. Нет, ну сейчас, если я это проверю, мне точно будет кранты. И на... он же не просто так кричит там, правильно? Это сто пудов. Давай проверять другие предметы. Коробка. Коробка. Или он когда-то оттуда уйдет? Может, он когда-то оттуда уйдет? Это имело бы смысл. Ну потому что... Иди в безопасности, иди обратно. Ок. Ок. Хорошо. Ок. 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 Я не боюсь. Я просто кричу на всякий случай. Скорее сюда. Я не знаю, кто говорит со мной. Но, по-моему, он помогает мне. О, унитаз. Я никогда не знал, что буду рад унитазу. Ладно, вернемся обратно. Теперь о безопасности. То есть я должен подходить к предмету, который рычит, чтобы оттуда ушел аниматроник. Верно? Он все равно рычит. Вот теперь не рычит. И он не рычит и убивает. Как это работает? Будь осторожен, когда проверяешь. Держи свои глаза открытыми для того, чтобы знать, когда враги приближаются. Но я же смотрю, я же слушаю. Мне сказали, уйди, я ушел. Оу, мне тут помогли. В мусорке крюк, у телека в шляпа. В шкафе рядом с камином гитара. Подойди к полкоту Чики, смотри 10 секунд на него. И тогда на тебя не нападет аниматроник, и ты заберешь кекс. Как я должен был это понять? Как? По какому принципу? Типа, каждая система в игре должна иметь какой-то смысл, какой-то, какие-то причины. Мне наоборот сказали, вали отсюда, ты не в безопасности. Так, ладно. В мусорке крюк. В мусорке крюк. Чё-то упало. Здравствуйте! Пожалуйста! Все хорошо? Я сжег его? Давай я просто его открою. Ни разу не испугался. Я ни разу не испугался. Слышь меня? Сэнди, ни разу. Ютубер и блогер, желаю тебе успеха в жизни и на ютубе. Спасибо огромное, я тебе тоже желаю успеха и счастья. Сотри эту белую жидкость со своего лица. А вообще пиздую, дед бай дай лайк. Не Тимон инфосотка. Дед. Я вот так возьму и не буду делать. Так, спокойно. Значит, сначала нужно взять эту штуку. Его просто... Оп, нет, оп, есть. Вот здесь он появляется.
спрятали. Хорошо. Привет. Сделай сигнал Кате Рубан и кинь этому человечку. Ну я смотрю. Ссылка удалена. Удачки на стриме. Я смотрю. Все? Серьезно? Оно сработало. Ты можешь себе представить? Оно всего и сработало. Так, хорошо. А как мне теперь избежать того, что на меня нападает в шкафчике рядом с камином гитара? Подойди к плакату Чики. У телека шляпа. Иди обратно! Ладно, 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 ладно. Если я долго стою, походу, тогда мне нужно быстро развинчивать. Спасибо тебе огромное, удачи тебе. Ух ты, ёпта, его уже заглючило. Все, 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 ша, ша. Горшочек не вари. Все нормально. Все? Мы в безопасности? Унитаз, вантус, лампа. Классика. Погнали снова. Бляха. Нет, ну серьезно, это страшно. Нет, ну не то, что страшно. Это прям очень сильно неуютно. Шляпа. А, я просто пойду сюда. Я надеюсь, меня никто не убьет за то, что я пошел сюда, а? Да, я хоть в туалет-то теперь сходить могу? Сгори с ними, а зажги с ними. А печка... Зажги с ними. Один дома капу-капу-капа. Окей. Сморг, почему бы и нет? Почему бы не зажечь вместе с ними? Слышь, ты отсюда уйти не хочешь, нет? Я ведь если подойду, ты меня, скорее всего, увольнешь. Че, я должен как-то аккуратно это сделать? Ленин прям стоит такой, типа, откуда там появились предметы? Ладно. Я ведь, я точно говорю, если я подойду, он на меня нападет! Ублюдок, упырь, жопа. Нет, 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 подходить к нему нельзя. Подходить к нему точно нельзя. Мне нужно подождать, наверное, пока появится вот эта вот надпись, типа, вали обратно. Ведь он исчез именно, когда появилась надпись «Вали обратно». Давай попробуем подождать. Я не помню сколько, но примерно, наверное, каждую минуту эта надпись появляется. Именно вот «Вали обратно», и я быстренько убегаю. Или я не знаю. Когда ты уйдешь уже? Уйди, коптись куда-нибудь еще! А-а-а! Пидор. Ну? Ну? Я не знаю, он нападет на меня. Он нападет на меня, если я к нему подойду. Я вот тебе точно говорю. Давай я опять пойду в унитаз посмотрю. Может, унитаз мне подскажет решение. Унитаз, унитаз, а? Подскажи мне решение. Как прогнать ту вот дылду, которая там стоит? Не знаю. Ну да. Еще бы унитаз знал. Ладно, будем рисковать. Наверное. Или не будем. Или будем, или не будем. Он не нападет, говорит. Бери риск. Бля. Говорили же, не подходи. Ну не подходи. Ну не подходи. Ну не подходи. Ну не подходи. Я же говорил, он нападет! Я же говорил, он нападет! Обманщик ты! Кто писал мне, бери риск, он не нападет! Ищи предметы и сожги их осторожно. А, ты должен отвернуться и повернуться, он сдвинется. Иди к двери с цифрой над ней на лестнице, потом возвращайся. Я понял. Давай попробуем. Аккуратней чуть-чуть, ты просто хочешь смотреть на то, как я умираю, да? Ты просто хочешь смотреть на смерть стримеров, да? Жестокий ты человек. Ты хочешь видеть на то, как я страдаю в этой игре? Ты очень жесток. Я тебе скажу. Да-да-да, вы пришли из огня. Да-д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 а
дверь. Телеп. Здорово, нормально. Были, нормально. Пока не произошло то, о чем я думал. Так, теперь ты как там?
Он уходит, когда я отворачиваюсь. Смотрю. Давай. Кто кого пересмотрит? Он затих. Он затих. Оп! Плюс один кекс. Ей! Так, теперь мне надо взять шлепень. Тебя тут нет. Привет, шлепень. Но ты не ответишь. Я иду домой! Да! Я не ответил, прости меня, дружище, но меня сейчас убьют, какая-то непонятная шняга! Сука, Блэд! Где она? Она ушла? Что произойдет, если я не уйду? Я не знаю, на меня нападет она? Ты ушел? Плиз, сдрысни! Плиз! Да иди ты! Комменты сказали, что ты должен уйти! Может, я должен и на него посмотреть? Гитара, бери после кекса. А, ну может, действительно последовательность важна? Нет! О, на меня двое аж напали. Они дружно так, оп! А давай я нападу! Поднимай. Но я понимаю, что тебе по балде дали дубинкой. Ну что поделаешь? Такова жизнь, чувак, соляви. Иногда по балде дает жизнь палкой. Но нужно продолжать свой путь. Нужно продолжать бороться. Нужно не сдаваться. Ты пришел из огня. Да что ты говоришь? Хорошо, давай попробуем взять гитару после этого. Так вот, я тебя вижу. Только когда я сжигаю этот предмет, он пропадает, да? Именно тогда, никогда больше. Вот я кладу, вот я положил, и он пропал. Я прав? А я прав. Я тебе точно говорю, я прав. И я прав, кто бы сомневался. Так, хорошо, теперь идем сюда. Пялимся на него. Ну чё, ну говори давай со мной. Скажи мне в лицо. Храбрая такая, умная такая, пицца до хера. Что ты жирная и думаешь, что тебе можно? А вот нет. Я спёр твой кекс. Лошарина. Хлоп. Теперь. Сейчас будет опять происходить событие. Страшное и ужасное. Мне скажут, беги! Он идет за тобой. И мне нужно будет спрятаться. Вот когда-то именно сейчас. Примерно. Значит, 3, 2, 1. Нет. 3, 2, 1. Нет. 3, 2, 1. Сука. Ладно. Прям в шкафу прячется. Сраный шпион. Что ты в шкафу-то забыл? Сидит в шкафу так. Вот. Иди обратно. Я понял, я ушел обратно. Вот так вот. Теперь. Подстой минуту и жди, когда появится надпись, а потом убегаешь. Что у шкафа, когда звук уйдет? Ну да. Говорят, гитара в шкафу. Я в курсе, что гитара в шкафу, я слышу его. Но там в шкафу сидит вот эта бомжатина, которая вот это сидит. Жить ему негде, и поэтому он живет в шкафу. Вонючий троглодит. В этом шкафу? В этом шкафу. Ну и все. Эй! Никто мне не помешает забрать? Ладно. Я вроде бы все почти забрал. Осталось вот это. И вот как мне с тобой драться? Уйди. Слышь? Уйди. Иди нахрен. Иди копти свой пылесос где-нибудь еще. Слышь? Вали отсюда. Стрись.
Пошел нахрен. Иди нахуй. Я не знаю, как еще с ним разговаривать. Эй! Ты! Чмо! Ну что он стоит? Иди к двери на лестнице. Ок! Ок. Я просто пойду к двери. Я просто к двери. Идите, идите, Харри. Харри раздявленная. Я пришел. Ой. Ой. Там еще сердечко его бьется. У-у-у! Все норм! О, нет, все нормально. Я хорошо, я молодец. Я good boy. Я сжег. Пойду посмотрю на унитаз. Волнуюсь о отношениях унитаза с Вантусом больше, чем за свою жизнь. Как вы? Нормально? Ну хорошо. Ладно. Мы сделали это. Петулю. Много много видов, но все одна суть. Все останавливает нас здесь. Оставляет нас здесь с тобой. Одно... Он один... человек, которого зовут Михаил. FNAF 4. Он что-то там еще. В историях, которые он создал. Ах ты, Михаил! Найди ключ, чтобы открыть замок. Избеги тех, которые потеряны в огне. Дай его нам, и мы обещаем. У его киндред будет твои желания восполнять. Я не хочу, чтобы его киндред восполнял мои желания. Я хочу свободу. Ладно. 6, 9, 2, 3. 6, 9, 2, 3. Чё? Ладно. 2, 3, 6, 9. Ты чё, бля? Фреоис. Там написано. Фредис. Ник. 2, 3. Но тут аниматроников. Тут один аниматроник, тут два аниматроника, тут 4 аниматроника, тут 3 аниматроника. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Эй! 9, я понял. Возможно, это последовательность по тому, сколько аниматроников. 9, 6, 3 и 2. Ебой! Не поворачивай! Так не поворачивай, Сири, не смотри! Мы уже проиграли. Мы отвернулись. Я отвернулся в тот момент, когда он сказал «не отворачивайся». Ну что ты свою руку разъявил? Ну что? Иди сюда. Давай драться. Драться хочешь? Чё ты говоришь? Нельзя пройти? А я возьму и пройду. Рёт на меня. Никогда не отворачивайся от него. Он двигаться будет, когда ты отвернулся. Ладушки, оладушки. То есть я должен отвернуться. Ну, короче, как в SCP. Как с этим, как с Феней. Я отворачиваюсь, он бежит ко мне. Ну да, я понял. Тут ничего такого сложного. Тут ничего непонятного, тут ничего нехорошего не происходит. Как бы все легко, все просто, просто, сука, бесит меня это. Пойдем. Как вы, Вантус? Туалет, вы нормально? Вантус! Пойдем со мной. Почему он не берет с собой оружие? Это такое хорошее оружие было бы. Можно было вот этому вот, отодвинуть его руку, отодвинуть его самого. Ну, наверное, он бы обиделся. Хорошо. 9, 6, 3, 2. 9, 6, 3, 2. Кнопка клик. Он сейчас скажет мне, не поворачивайся, да? Как ты медленно открываешь все то.
Приветики. Прикольный такой. Только вот я не знаю, куда мне идти. Так, мне идти вот туда. Я понял. Так, окей, я походу не пройду здесь. Потому что я его, наверное, цепанул. Но я как бы проверю, я ж не сыкло. А, нет, цепанул. Видал? Видал, что лагу? Так, а что мне там делать? Я типа пришел, я типа сделал штуки. Но этого недостаточно. Этого ведь мало. Он сейчас ко мне подойдет. Там что-то написано сзади него. Темный Фредди, 4 подарка. Сзади него накалякано. Не отворачивайся, не смотри. Да хер ты меня пугаешь, я и не пытался смотреть. Не поворачивайся, не отворачивайся. А что мне делать тогда прикажешь? У меня что, с шоколадным глаз есть, чтобы смотреть назад? Я не умею так. Бля, давай посмотрим, насколько он подойдет. Оп. По стойке встал. Ага. Ой. Шо, ты дабаешь, типа, оп, да? Ну, молодец. Идешь в ритме с модой. Молочага. Петуля. Таро. Только что мне с тобой делать? Иди, тетька Латич, что мне с тобой делать-то? Ну, клево. Ладно, давай я тебя как-нибудь обойду. Вон там нарисовано 3 подарка. Один нарисованный Фреддик? Или кто это? Или это темный Фредди, я думаю. Это что-то типа Shadow Freddy. Shadow Freddy туда смотрит. Мне надо его обойти, чтобы посмотреть в ту сторону. Shadow Freddy, 3 подарка. И шо? Я не понимаю. Нет, ты подожди, и шо? Ну стоишь ты, ну поднимаешь мне ладошку, ну и шо? Тихонечко. Так, Фредди 2 подарка. И вот там 1 подарок. Чем делать с этой инфой? Я понял. Там еще один код. А каким образом я введу этот код? А я могу закрыть дверь? Могу. Ага. Вот она какая канифоль получается, да? То есть я должен его сюда завести, закрыть дверь, и после этого я смогу пойти туда. Я понял тебя. Но только смогу ли я закрыть дверь отсюда? Сейчас по идее... Да, вот он сюда подошел. Давай. Открываем дверь. Подпускаем его сюда. И после... Да, я понял. Я его подвожу к туалету. Потом... Да, вот зачем дверь так медленно закрывать. Все, у меня все сошлось. Пальцем сошелся. Теперь мне все будет понятненько. Ты сейчас шаболда у меня все получишь. Так, только мне надо будет возможность обойти его. Значит, давай, к туалету. Погнали. Топай. Потихоньку. По шажульке. Понемногу, тихо, по шажулечке. Вот, молодчина. Блять, страшно. Еще. Я не знаю, куда именно мне его сюда, наверное, привести, да? А потом вот так вот обойти. Я понял. Еще. Давай, не ссы. Подходи. Я как бы сниму наушники, ты не снимай, ты... Я не боюсь, это просто... У меня уши устали, место... Мало в ушах, что? Неважно, в общем, не бойся, все хорошо. Еще давай, еще. Да давай, ну не ссыкунь ты. Подходи, что ты мне лап свою тянешь? На кой мне твоя лапа вообще? Не, нужно ближе. Нужно еще ближе. Давай вот сюда. Поближе. Да подходи ты. Ну сколько можно? Вот. Наверное, что-то вроде этого. Давай пробовать. Теперь. Мне нужно просчитать тайминг. Теперь самое сильное, самое жесткое. Мне нужно как-то посмотреть, где именно этот ключ находится. Ага, вон он.
Ах ты... Ах ты хитрюга шустрая. Хорошо, хорошо, я должен его еще ближе подвести. Просто мне нужно быстро перевернуться для того, чтобы переключить кнопку. И мне для этого нужно время. Да давай, давай. Еще немножко. Ой, как ты близко-то. Ой, как ты близко-то. Слушай, мне твоя такая близость вообще не радует. Так, теперь. Теперь план капкан. Мне сейчас надо отвернуться, чтобы посмотреть, правда. Хорошо. Ага. Я вот сейчас мог бы нажать на самом деле. Нажимай на мать твою кнопку! Нажал? Мне нужен звук, чтобы слышать, нажал ли он. Но, по-моему, я просрал момент. Туз... Ты прикалываешься? Ты прикалываешься? Ты типа... Тебе нравится не нажимать на сраную кнопку? Или что? Я не понимаю. Тебя это заводит? Что? Как? Давай! 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 Еще! 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 Да... Подходи ты до конец! Да какое это сыкло? Я не понимаю, ты аниматроник или кто вообще? Или пришелец с планеты? Жопа. Да... Сыкло ты драное. Еще подходи. Ой. Так, ладно. Не так близко, дружок. Вот так. Нормально. Нормально. Теперь. Теперь. Уу! Если бы его звали Димон, то тут можно было закричать бы Димон! Но, так как мне наоборот это на руку, тогда я наоборот крикну Димон! Все, нормально. Обхитрил. Мозг, мозг. Не то, что твои вот эти вот шестеренки финтиплюхи в голове, мозг. Так. И чё? Мне нужна какая-нибудь последовательность. Ага. Мне нужна последовательность Фреддика. Кстати, возможно, здесь может опять произойти та тема, что, знаешь, мне скажут, типа, ты должен резко убегать. Shadow Bonnie. Там была последовательность. Shadow Bonnie. Фреддик. Shadow Bonnie, Фреддик и кто-то тут. Я еще где-то видел одного. И Фокси. Shadow Bonnie, Фреддик, Фокси. И Чика. А? Что? Что? Мне кот говорит, мне люди говорят, что там кот есть. Уже, типа, известен. 5, 2, 4. Не, ну знаешь. И 3. Не знаю, тот ли это кот. Нет. Не тот это кот. Короче. По-моему, вот этот кот, нет? Вы меня обманули. Как вам не стыдно, люди? Слушай, а тут кнопочки подсвечены. То есть в основном вот этими кнопками. Ладно, я думаю, что 2. 5, 1, 3. Нет. А просто я считаю, сколько тут подарков. Но в какой последовательности? Четверка. Одна чика из подарка. Тройка с Фреддиком. И двойка с Фокси. И у него... А, ну да, его колышко в руке. Ну ладно, давай попробуем вот так вот. 2. Здесь у нас 4. 2, 4. 5. 1. 2, 4, 5, 1. 2, 4, 5, 1. Нет. Окей, давай попробуем наоборот. 1. Ну просто я считаю по количеству вот этих вот. 1, 5. 2, 3. Не, подожди. 3, 4, 5, 1. Я так сделал? 3, 4, 5, 1? 3. 5, 1. Эх, неправильно. Эх. Эх. Как я тут обратно вернусь? Без проблем. В принципе. Это не проблема. А, цвета аниматроников. Цвет кнопок, цвет аниматроников. Бля. Мало кто знает, но у меня с цветами большие проблемы. Ладно.
Окей. Окей. Прикинемся, типа я понял. Окей. 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 Ладно. Я просто, знаешь, как сделаю? Просто буду пробовать. Просто буду пробовать. Люди, вы, по-моему, меня обманываете. 5, 1, 4. Вы меня обманываете! Комбинаций-то немного. О! Та-дам! Я же говорю, комбинаций-то немного. И чё? А, фак, еще одна кнопка, и, наверное, это откроет эту дверь, да? Это сейчас откроет эту дверь, и мне придется перебегать обратно. Или нет? Ай, ладно. Так. Та дверь все еще закрыта. Ключик. Ага, там все завалено. Щит! Он пропал! Он пропал! А на кой мне... Зачем мне ключик? А зачем мне ключик? Кто скажет? У меня есть ключ. Я очень рад. Ладно, пойдем в унитаз посмотрим. Вряд ли он там нужен. Но у меня он есть. Нет, здесь ничего. Захера мне ключик? Извините, что? 0-3. Ты просто... Что? Что? Почему? Каким раком я здесь? Ладно, что меня ожидает в темноте? Бля, я ненавижу такие места! Аж харкнул в сторону. Моя клаустрофобия начинает действовать. У меня нет на самом деле особо, но мне все равно неприятно идти в темноту. Потому что в темноте обитает всякая хрень. А, я поднимаюсь? Нет, я не поднимаюсь. Фонарик, блять. От тебя вообще пользы нет вообще ни разу. Не мог бы ты работать как-нибудь нормально? Светить что-то ближе, чем... Не оборачивайся. Иди вперед, не оборачивайся. Я не собирался. Если бы ты, сука, меня не испугал, я бы вообще не парился и шел бы прямо. Но мне хочется вернуться, но я не буду. Там по-любому меня ожидает какая-нибудь канитель. Бонни поломанный, к примеру. Ну, судя по картинке было. Хорошо, привидение, подсказывай мне, что делать. Если сейчас появится какая-нибудь шняга впереди, мне, наверное, все равно не надо будет оборачиваться. Я вижу что-то впереди. Дверь. 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 Точнее, сзади. Вот этот момент, когда какая-то херня бежала сзади меня. Это самое страшное для меня. Кантиль, Вантус, ты как? Унитаз, ты как? Вы все еще в порядке? Сколько я сюда кирпичей накидал, смотри. Тут просто для воды места нету. Ладно, мы прошли этот уровень. Нужно было просто не смотреть назад. Это не трудно. Ну что, мы действуем, мы прикидываемся, мы играем, мы останавливаемся, мы глядим, мы кричим. Мы приносим его видение в жизнь. Потому что это то, как мы живем. Потому что мы наслаждаемся созданием. И сжигаем то, что остается. Мы остаемся. Ну классненько так-то. Щит. Да вы, блядь, издеваетесь, что ли? Теперь мне с тремя надо справляться. Я и с одним-то еле разобрался, и теперь с тремя? Как я это должен провернуть? Хорошо. Давай по старой тактике. Ну-ка, подходи. Давай. Давай. И друзей своих веди. Молодчики. Молодчики. Там нет кнопки случайно?
Я бы не против вас опять закрыть, народ. Серьезно. Вот. Без звезды, я вообще не против. Да давай, 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 давай. Что ты такой стеснительный? Ой, как ты близко. Хорошо. Походу его друже будет здесь. Их двое, да? Их всего двое. Третьего же нету нигде рядом. Я надеюсь. Кнопок здесь нету? Нету. А! Здесь еще и стоямбы вот эти. Окей. Просто шустренько идем. Оглядываемся. Стоямба справа. Тихо, не ори. Не ори. Не ори, кому говорю. Молодчик. Так, значит, мне надо от стоямбы уворачиваться и вот на этих постоянно пялить. Я понял тебя. Стоямб нету. Сзади, по-моему, вообще нет стоямб. Вон она, стоямба одна. Так, что мне здесь надо провернуть? Что мне... я понял. Все, стоим, ждем. Ой, вон они рядом. Так, стоямбы. Стоямбы стоят. Бегунки стоят, тоже ждут. Дверь открывается, 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 будет щелк. Бля! Открывай путь, Михаил! Завали лицо! Трескучая игра. Давай, 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 давай! Хорош поднимать свою... сраку так долго. Но это круто. Я должен сказать, что придумано очень хорошо. Очень хорошо. То есть ты должен постоянно оглядываться для того, чтобы действовать. Я думаю, что там постоянно вот эти появляются в нужный момент. То есть, когда я открываю дверь, там появляется еще один бегунок. И мне бегунка нужно быстренько свинтить. Я понял. Я понял. Я понял. Я понял. Ты думаешь, я не понял? А я понял! Ты думаешь, ты что еще сомневаешься? А ну иди сюда! Ладно, чуть-чуть, не иди, нормально. Так, нужно подвести сначала этих челиков. Эй, вы! Челики, челики, челики! А ну, подходи. Подходи еще. Друг свой види, вон он. Хорошо. Так, друга выводим. Друга выводим тоже сюда. Хотя нет, мне не нужно друга выводить, я просто иду. Просто иду. Так, одна стоямба там. Я помню, вот она одна стоямба. Вторая стоямба там. Значит, аккуратно обходим эту стоямбу. Блядь! Шо ж ты срываешься-то с места, сука, еще так страшно, ебанутый, просто. Сорян, народ, но я говорю, это уже перебор. Он еще так, скотина, быстро двигается. Автор этой игры шарит, как пугать. Это не просто скример. Это именно то, что надо. И с нами играют в пилу. Аниматроники играют с нами в пилу, буквально. Как там в пиле называется вот этот вот главный враг? Я не помню, я ее не смотрел. Вот, наверное, аниматроники вот это вот отыгрывают. Мы прикидываемся, мы, вот мы как живем. Живите хоть как, правда, подальше от меня только, пожалуйста. И вот сейчас будет круто. Бам! Просто, вот, идеально для пилы. Я даже думаю, в пиле такое было. Подпускаем. Да, подпускаем. Подпускаем. Да протиснись ты уже! Протиснулся. Красавелла. Друга своего веди. Еще немножко. Отлично. Так, все, погнали. Погнали. Ощин. Был ощин рядом. Значит, них здесь. Значит, второй далеко. Блин, как я прошел в прошлый раз-то. Так, все. Дальше я могу двигаться. Я снял наушник, конечно, но ты не волнуйся. Так, один появляется там. Вот за этой дверью прямо. Поэтому мне, наверное, надо открыть. Смотреть вот туда.
Хорошо. Я понял вашу игру, мистер аниматроник. Открываем дверь. А, вон он. То есть мне сейчас его надо выводить, обходить, ядрить, колотить. Так, окей. Да ладно! Вы шугодите, что ли? Каким раком я это должен провернуть? Так. Значит, сейчас я вижу обоих. Как только я теряю из зрения одного, он сразу подходит. По-моему, я уже немного проиграл. Но я думал, что я выбрал самую нормальную местность. Если я сейчас пойду прямо, тогда на меня нападет право. Если я пойду смотреть туда, тогда на меня нападет это. Если я попробую к ним подойти, тогда на меня нападет стоямба. Господа. Господа. Давайте мы не будем делать поспешных решений. Хер ты мне руку свою тянешь. Короче. Мне жопа! Я не знаю, как мне двигать. Так. О, щит. Не, все, это хана. Просто хана. Если я кого-то теряю зрение, я слишком близко! И по-любому кто-нибудь из них на меня нападает. Как мне надо это сделать? Мне это надо как-то провернуть так, чтобы, когда вот этот выходит, мне, наверное, тех надо вообще не подпускать к себе, чтобы у меня была возможность вот этого челика вывести и обойти. Мне нужно как-то их вот так вот обойти, чтобы со стороны. И говорит, ну изи же. Ну если изи, то пройди. Мне что-то не изи ни разу. Так, фонарик, включай. Значит, мне нужно типа как-то провести. Блин. Я не знаю даже, слушай. Я должен, наверное, как-то. Если я очень далеко. Ну, наверное, единственный вариант это вот далеко от них отойти, чтобы вот эти ребята как можно дальше были вот тут, в этой комнате. И вообще от них не отворачиваться по максимуму, для того, чтобы пройти, и у меня было достаточно времени, и вывести вот этого чувака ко мне. Наверное, это единственный вариант. Но в это время они ко мне будут со всех ног бежать. Скорость примерно. Не, ну у них скорость, в принципе, не такая большая. Типа вполне реалистично. Ну, конечно, реалистично, игру-то прошли. Но жепень как сложно. Хорошо, этап номер один. Я вижу его. Еще немножко назад. И иду как-то вот так вот. Тихонько. Теперь я иду назад полностью. Меня никто там не видит, меня никто не трогает. Вот этот челик справа сейчас тоже появится, все. Так, теперь у меня единственный шанс. Мне нужно вывести вот того. И при этом аккуратно. И обойти его. То есть, я открываю дверь, стою здесь, вот тут, вот туда, пробегаю дальше. Потом смотрю на него, обхожу его по шустрику. И все. Блин, ну вот эта стоямба немного ломает всю мою малину. Единственный вариант, да, это который я вижу, это успеть обойти его до того момента, когда меня добегут те чуваки. Хорошо. Идея понятна. Идея, в принципе, понятна. Нужно только реализовать. Крикнули. Пошли туда. Он еще не пошел. Он пошел. Тихо. Пацаны. Идите нахер! Упыри. Думали, что со мной справятся.
Трижды ха-ха. Бля, где дверь? Шо? 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 Чего? Во-первых, я застрял в двери. Это норма? Я в двери застрял! Я в двери застрял! Я провернул такую технику и застрял просто в двери! И чтобы заново начать... Мне заново придется начинать. Потому что никто меня здесь не убьет! Сука! Сука! Почему? Прыгни! Присядь! Просунься! О, я двинулся. Я не знаю, я могу двигаться только вот так вот. Что это за гомосятина? Я не понимаю. Я не могу пройти просто. Я так много старался. И теперь это пиздоты не дает мне пройти. Как меня это бесит. Убейте кто-нибудь главного героя! Вы там стояли толпенью, что вы исчезли, когда вы нужны? Где, сука, герои, которые нужны этому городу? Где они, которые могут добить бедного героя, застрявшего в текстурках? Суки! Топ гейминг in the world, господа! Просто застрял в стене. Стена сильнее аниматроников. Да-да-да, вы не ошиблись. Стена сильнее аниматроников. Верните дверь, пожалуйста! У меня нет шансов! Верните ее! Все, вертел я все это... На Юле. Я все. Народ, я не хочу заново перепроходить это сейчас. Я перепройду это обязательно. Но не сейчас. Потому что... Нет, слушай. Может быть у меня будет шанс? Я не знаю. Он начнется сначала? Начни это оттуда. Do you believe in spirits? Иди нахер со своими призраками! Все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Мне очень было приятно с вами играть. Я серьезно очень рад, что вы все были здесь. И... Текстурки слишком сильны. Они сильнее всех, мать их, аниматроников. Ненавижу, презираю. Обоссу, когда увижу. Ладно, ребят, я надеюсь, вам понравилась эта игра. Я надеюсь... Вы увидите это потом на видео, но я думаю, вы точно увидите это на видео. Я это замонтирую, поэтому не надо пропускать это, потому что видели на стриме. Ну и как бы да, на этом все. Давай проверим. Сейчас появлюсь. Ты проснулся. Да ладно! Ой, ладно, я потом все это перепройду. На этом все, дорогие друзья. Я сейчас пойду почитаю донейшены и, в принципе, завершимся мы вместе с тобой. Это было круто, это было интересно, это было... Мне понравилось. При всех моих наездах на игру, при всех моих негодованиях, при всех моих вот этих вот, ну ты понял, как, плачах. Тем не менее, игра мне очень нравится. Это лучшая игра, пожалуй, из ужасов. Я бы даже сказал, не из FNAF. Лучшая. Это тупо лучший хоррор, который я видел за последнее время. Серьезно, на мой взгляд, ты можешь спорить, но на мой взгляд, он лучше Outlast'а, гораздо. Я не знаю, сама атмосфера вот этого всего, особенно если ты вдумываешься в это все, и именно играешь, входя в роль, ты понял, да? Ты прям реально срешься с того, что здесь происходит. Если FNAF, прикольная история, интересная, но как хоррор, ну такое... Там больше, попробуй убежать от какой-то больной бабы, которая бежит за тобой с тяпкой. Здесь ты реально срёшься с аниматроников. И это при том, сколько я играл в FNAF. У меня должен быть уже иммунитет на уровне клеточном от всего этого. Но нет, господа.
Нет! Этого нету! Ладно, ребят, я надеюсь, вам понравилось, и я пойду читать донейшены. Я пойду читать донейшены, потому что я не хочу никакие донейшены оставить без внимания. Геймер ТВ, обожаю твои видео. Спасибо тебе огромное. Привет, Никогда конкурс. Уже прошел? Если ты победил в нем, то ты узнаешь, тебя напишут. А можно сигну, пожалуйста? Сигну по описанию внизу, там все это есть. Я впервые доначу, то что ж, я очень рад. И приветик, приветик и тебе, Данил. Передай привет мне. Привет тебе, Никлол. О! Ну ни хрена себе, за 4 года впервые зашел на стрим, не знаю почему. Не знаю, почему не заходил, а тут оказывается весело. А то. А ты думала, что тут скучно, да? Ты меня недооцениваешь. Да, тут весело. Возвращайся. Правда, бомблю я много сегодня. Но ничего. Я надеюсь, никто не огорчился, никто не обиделся. Винди, привет еще раз, но ты не ответил. Я тебе задонатил 350 рублей. Привет тебе, Тимофей Смольников. Я надеюсь, я прочитал твою фамилию правильно. Привет тебе. Здравствуй, если ты за сигнами. Ну ты понял? И верушу это. Все, я напишу. Скорее всего, имелось в виду не сгори с ними, а зажги с ними. А печь, как в фильме «Один дома». Капа. Я не помню, он сжег кого-то там в этой печи? Ну, наверное, нет, иначе бы это был жесткий фильм. Лови, фанат. Спасибо тебе, фанат. Привет, Владимир Адамов. Отдаю тебе донатскую девственность тебе. Ты не ошибся. Сыграй на гитарке по зязе. Мне сейчас лень вставать. Топовый геймер. Мне сейчас лень вставать. Ты понял, да? Насколько у меня все хорошо в жизни. Когда ты настолько спортсмен, что лень вставать. Привет, сделай сигну Кате Рубан. Ну, напиши, короче, Игорю. Я потом всем буду делать за раз. Сенди, ты мой любимый ютубер и блогер. Желаю тебе успехов в жизни и на ютубе. Нитимон, инфосотка. Понимаете, Нитимон. Здорово, скажи, почему ты такой милый? О, спасибо тебе огромное. Это все... Бля, не знаю, я не могу придумать. Это все потому, что я пью вот так вот воду. Сейчас покажу. Если ты тоже хочешь стать классным, пей воду вот так. Главное не на людях, а то начнут завидовать, но стучать тебе по шапке, а ты этого не хочешь. Привет, Винди, приятной игры. Спасибо, блин. Супер приятная игра сегодня была. Текстуры. Да это было весело, по крайней мере. Привет, Винди, первый раз на стриме. Привет тебе, Ехатник. Привет тебе, Тимофей Смольников, да, я тебя увидел. Ты будешь играть монстром. Да, я думаю, я буду играть в монстром, но не знаю когда. Но мы же как бы с него начинали. Ты топчик, но это априори. Спасибо тебе огромное, ты тоже топчик, это априори. Ты такой смешной, когда хорроры снимаешь. Мне не смешно! Мне больно! Когда ты... Блин, когда ты прошел все, все. Обогнал аниматроников. Обогнул всяких вот этих вот идрил каких-то летающих. Все прошел, каждого аниматроника прошел, шапку сжег, и тебя поймала в свои цепкие лапы дверь. Просто ужас. Я теперь буду бояться дверей каждый раз, когда буду ходить мимо своей комнаты. Ладно, ребят, тут я, по-моему, все остальные донейшены читал еще на самом стриме. Я как бы на все отвечал по возможности. Всем спасибо, ребята, что вы здесь. Раймон, да. Вот я читаю Раймона. Игорю скинь с пруфами, и мы все это сделаем. Огромное тебе спасибо, дружище, что... Ты видишь уже, что... Да, я уже немножечко плыву. Спасибо тебе, дружище, что ты был со мной. Я надеюсь, тебе понравилось. Я надеюсь, ты вернешься на следующий стрим, на следующее видео, на следующий хз еще что. Я надеюсь, тебе понравилось. И хорошего дня, вечера, ночи, утра. Я не знаю, что у тебя сейчас на данный момент. И... Пока. Удачи!